26 октября. В Москве 9 часов и 15 минут. За окошком. За окошком золотая пасмурная осень. Поют синички. День сегодня будет пасмурным. Возможно, местами пройдут дожди. Золотая осень продолжается. Вот она, красота золотой осени. И день будет пасмурным. Я не буду сегодня вмешиваться в процесс золотой осени. Пусть она идет, как она идет. Все-таки красиво, но главное, дождя нет и не будет. Там, где буду я. Здоровья вам, мира и добра. Готовьтесь к зиме. Да не, два комочка. Рыжик и черныш. Вот какие умные глазки у чернышки. А у рыжика тоже умница. Просто умница. А черныш? Вы только вглядитесь в эти глаза. И вот я их приручаю. Они ходят. Коробочку. Все у них есть. Вот у них еда, молочко, и они довольные своей жизнью. Правда? Вот. И все это сегодня, друзья мои, 6 октября. В Москве 14 часов и 36 минут. А за окошком, как я вам и прогнозировал, золотая осень продолжается, листва лежит под деревьями, спадает пасмурно, кругом, кругом, кругом. Ни просветов, ничего. Я сказал, сегодня я влиять не буду на небесную канцелярию, но контролирую ситуацию. Как видите, все хорошо. Золотая осень. Но никаких осадков. Я только что вернулся с улицы. И ради вас не запускаю дождя, который обещал гидрометцентр. Увы, небо заблокировано. Вы посмеялись, но это действительно так. Потому что сила мысли сильна. И она это может. Итак, друзья мои, до вечера никаких дождей. А ночью, когда я уйду вновь в медитацию, 7 октября 16 года, в Москве 10 утра, а за окошком продолжает быть золотая осень. И вот он, первый туман. Первый осенний туман. Друзья мои, а это значит, скоро прилетят белые мухи. Но несмотря на все это, золотая осень, она идет своим чередом. Друзья мои, туман. Осенний туман. День сегодня будет пасмурным. Без осадков. Местами дожди. Там, где не будет меня. Прохладная осень 16 года продолжается. Я не буду вмешиваться, потому что я
вне настроения. 7 октября 2016 года. Наступила настоящая осень. Пасмурная, более того, туман над Москвой. А это, как говорит мастер-погодник, первый знак того, что скоро будут заморозки. Он ушел в медитацию сегодня, 7 октября, в цифрологию, и не играет в Гослото топ-3. Но, возможно, завтра, 8-го, он будет в игре. Если погода изменится, значит, он играет и выигрывает. Но пока 7 октября туман над Москвой. По прогнозам мастера-погодника Ивана Ивановича Кулебякина, завтра, 8 октября, будет также пасмурно. И также будет с утра туман. И, возможно, дождь ближе к обеду. Посмотрим. Прогнозы мастера-погодника всегда сбываются. Субботнее утро, 8 октября. В Москве 7 часов 36 минут. За окошком после дождливой ночи вы продолжаете видеть пасмурность над всей Москвою. Туманная пасмурность золотой осени. Она продолжается. День будет пасмурным. Местами, возможно, дожди. Золотая осень продолжается. Вот он. Утренний туман сегодняшнего, субботнего дня. Здоровья всем, мира и добра. Берегите себя. А главное, одевайтесь теплее. Осень продолжается, и она будет сегодня такой туманной, золотой. Суббота, 8 октября. Как и прогнозировал мастер-погодник, сегодня пасмурный день. Даже машины ездят с включенными фарами. Но дождя нет. А завтра мастер-погодник прогнозирует солнце. Дождя также не будет. Завтра, 9 октября, будет солнечная погода. А сегодня пасмурно. Но дождя нет. Как и говорил мастер-погодник Иван Иванович Кулебякин. Ну что, друзья мои, воскресный день. 9 октября. В Москве ровно полдень. Ну, а ночью шел дождь до самого утра. Но, как видите, на улице продолжается пасмурность сегодняшнего дня. Дождь остановлен. День будет пасмурным. До самого вечера я опять не буду вмешиваться в процесс погоды, потому что на дворе осень, и она золотая. Друзья мои, только ради вас хочу вам сказать, ждите, скоро будет первый снег. Он не за горами, но он будет временный. Золотая осень продолжается. Вот она, друзья мои. Так что до самого вечера будет пасмурно, но без дождя. Здоровья всем, мира и добра. Скоро зима. А осень продолжается. 5 октября, это воскресенье. День подходит к концу дня. В Москве 14 часов 30 минут. Я выхожу на улицу. И я запустил мысли. И мысли начинают воздействие на небесную канцелярию. Вы увидите сегодня солнце. Прощальное солнце воскресенье. Осень. Золотая осень.
продолжается. И небо просветляется. И осадков не будет, друзья мои. Ждите солнца. Оно обязательно появится. Завтра, в понедельник, будет вам солнце. Но это будет 10 октября. Здоровья всем, мира, добра. Ну что, друзья мои, как я обещал вам, мы на прогулке. Я на прогулке со своими питомцами. И вы видите солнце. Солнце сегодняшнего, уходящего воскресного дня. Только для вас. Итак, осадков нету. Надо мной синее небо. Синеет небо. Пасмурно уходит, покидает Москву. И завтра вы обязательно увидите солнце. Но это будет завтра. 10 октября. Здоровья вам, мира, добра. Золотая осень продолжается. Ну вот, друзья мои, мы гуляем. Продолжаем гулять под воскресным солнцем уходящего сегодняшнего дня. На дворе осень. Это 9 октября. И мы гуляем. Радуемся солнцу. Итак, друзья мои, обещанное солнце я вам сотворил, обещал, получите, распишитесь. Они счастливы под солнцем и небом голубым. Как видите, синее небо только здесь и солнце. Уходящего воскресенья. Итак, все с пасмурностью покончено. Завтра в понедельник обязательно будет солнце, как я проснусь. Только для вас, от волшебника, от силы мысли. Здоровья вам, мира, добра. Но осень продолжается, и она золотая. 9 октября 2016 года, воскресенье. Как и обещал мастер-погодник, сегодня будет солнце проглядывать сквозь тучи, и дождя не будет. Его нет, и солнце вы видите, и сегодня 9 октября. Мастер-погодник, как всегда, оказался прав и предсказал погоду. Стоит стабильная осенняя погода. 9 октября, Москва. Осень. Вечер 9 октября 2016 года. Солнце и синее небо. Как обещал мастер-погодник Иван Иванович Кулебякин. Листья уже кое-где облетели. Осень. Середина осени. А мы, возможно, завтра, 10 октября, встретимся с суперигроком и мастером-погодником Иваном Ивановичем Кулебякиным. И он даст нам очередной свой прогноз. И погоды, и Гослото топ-3. Вот он, понедельник, 10 октября. В Москве 10 часов и 5 минут. И как я вам обещал,
что будет вам сегодня. Синее небо, золотая осень, а главное солнце. Солнце сегодняшнего дня. Вот оно, солнце. От силы мысли и взгляда. Только для вас. Сегодня осадков не будет. С дождями покончено. Золотая осень продолжается. И она золотая. Здоровья вам, мира, добра. Берегите себя. Готовьтесь к зиме. Она будет ранней. Вот оно. Вот оно, синее солнечное небо. И золотая осень. Это понедельник. 10 октября. Вот так, друзья мои. А нам обещают всю пасмурность и дожди. Ну, вы видите, что творит сила мысли. И это правда. Сила мысли так сильна, что чудеса творит она. Итак, осеннее тепло, на солнце тепло, вечером звезды, никаких осадков. Здоровья вам, мира, добра. Вот оно, солнце. Солнце понедельника. Для вас я на улице. Как видите, небо голубое, солнце золотое. И это золотая осень. Золотая осень. Но еще не все деревья превратились в золото. Но тем не менее, солнечная золотая осень. 10 октября. Здоровья вам, мира, добра. Осень продолжается. Скоро наступит зима. Она придет вовремя. 10 октября 2016 года. Как обещал мастер-погодник, сегодня солнечный день. Синее небо и солнце. Его прогноз опять сбылся. И мы сегодня с ним встретимся. 10 октября в Москве 16 часов и 36 минут. А за окошком солнце. Вот оно. Вот оно, солнце. Сегодняшнего уходящего дня. Как и обещал, вместо обещанных вам морозов, дождей, только солнце и синее небо, вечером звезды. Только для вас. И вот она, красота. Красота золотой осени. Вы только обратите внимание. Просто красота. Осень продолжается. Золотая осень. Уходящего сегодняшнего понедельника. Солнце. Ну что, друзья мои, это вечерний репортаж 10 октября. Как вам понравился день, который я вам подарил, обещал и подарил вам? Все, сегодня только звезды разных величин. Провожу обряд, магический обряд с черной кошкой Машей. Завтра обещаю вам также солнечный день, но это будет завтра, 11 октября. Желаю вам здоровья, счастья, любви, веры в себя, быть здоровыми. Бросайте курить и пить, дарите женщинам цветы, как я вам дарю солнце. Мы с Машей желаем вам всего этого. А главное, мира на земле и больше ничего. И крепкого вам здоровья. Вот она, луна. Сегодняшняя луна только для вас. Иван Кулебякин меняет прогнозы погоды. Иван Кулебякин советует бросить курить. Иван Кулебякин чувак из простого народа. Иван Кулебякин.
Кулебякин смиряет народную прыть. Он звездную пыль насыпает в пустые стаканы и соком луны заливает ее до краев и пьет по утрам, чтобы быть удивительно пьяным от радости связи с загадками тайных миров. Иван Кулебякин, кумир разношерстных кумиров, торговцем он делает план по продаже цветов. Он речь толкает среди дебри прямого эфира о том, что с погодой любому помочь он готов. И если б он мог каждый разум избавить от злобы, и если б он мог прекратить ссоры в каждом дому и каждую душу сложить из добра высшей пробы, он сделал бы это, но это ему ни к чему. Иван Кулебякин так любит Семену Катю, что носит охапки букетов на каждый концерт, что, дай ему волю, ее заключил бы в объятия. Да вот, к сожалению, в нем столько наглости нет. Иван Кулебякин своей бородой потрясает и взгляды бросает на мимо идущих людей. И кроме него так никто никогда не узнает, что думает и как много у Ани идей. Он белый колдун, с ним беседовать крайне приятно. Он точен и краток, за словом не лезет в карман. Он не Кашпировский, это, конечно, понятно. Он сеет тепло, а не черным подбитый обман. Иван Кулебякин, он просто Иван Кулебякин. Иван Кулебякин, колдун.